первый день зимы в селе Большие Поселки Корсунского района злоумышленники украли медали и боевые награды, принадлежащим односельчанам, участникам Великой Отечественной войны. Реликвии были экспонатами выставки и находились в сельском музее. Экспозиция, посвященная памяти односельчан, участников Великой Отечественной войны, пополнялась родственниками ветеранов, которые передавали в дар музея их боевые награды и личные вещи. Грабителями оказались двое безработных: 20-летний парень, ранее неоднократно судимый за совершение краж чужого имущества, и 16-летний подросток. Злоумышленники похитили 17 орденов и медалей, а краденные вещи сдали в коррекционный магазин, выручив за награду 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».